Звучат знакомые позывные. Это значит, что в эфире программа «Кулинарный поединок». И я с удовольствием представлю наших сегодняшних участников. Наш первый участник – спикер Верховной Рады. Человек, который и на суше, и под водой издает одинаковые звуки. Андрей Владимирович Поруби. Встречаем. Добрый вечер, шановні друзі. Здравствуйте, пане ведучий. Мені дуже приємно сьогодні тут знаходити. Андрій Володимирович, суть нашої програми – приготовити їду, а не набити її рот. Звісно, я що кажу. Я кажу, що я... Ну ви поки прожуйте, а я об'явлю нашого второго учасника. Добре. Как говорится, в правом углу кухни. Виталий Владимирович Кличко. Наш второй участник. Единственный кулинар в мире, у которого на холодильнике висит напоминание «Дверь на себя». Виталий, витаю. Здрасте. Здравствуйте, Виталий Владимирович, и вам. А участники готовы? Готовы. Мы начинаем поединок. Добре. Что такое? Что трапилось? Стоп. Что происходит? Что, Виталий, в чем дело? Что такое? Я начал поединок, вы же сказали. Виталий Владимирович, здесь мы определим, кто из вас лучше готовит. А, итак, хорошо. Андрей Владимирович, так. По жребию начинаете вы. А какое блюдо вы нам сегодня приготовите? Сегодня я хочу запропонувати всей Украине своє улюблене блюдо сало с чесноком. Угу. Сало с чесноком. Ні-ні, я кажу сало с чесноком. Салат с чесноком? Ні-ні-ні, сало с чесноком. Что он говорит? По-моему, он говорит салат чесноком. Дякую, Виталий. Сало с чесноком. Это правильно, что ли? Так. Странно. Никогда не слышал о таком салате. Я тоже не слышал. Перелазил, но не ел. А, ну что ж, прекрасно. Итак, что нам понадобится для вашего салата? По-перше, нам понадобится катешок. Что, простите? Катешок. Котелок? Не-не-не, катешок. Что он говорит? По-моему, он говорит артишок. Дякую, Виталий. А, правильно, да? Катешок. Артишок нам нужен. Катешок. Я понял. Что еще? Далее. Нам понадобятся помидорки. А, помидоры, это я понял. Угу. Свежие огурцы. Огурцы, это понятно, да. Так, а далее пиписку. Что, простите? Пиписку. А вы пытаетесь сказать редиску? Не-не-не, я кажу пиписку. Сосиску? Пиписку. По-моему, он говорит пиписку. Не-не-не, Виталий. Я кажу дали пиписку. Пиписку. А, господи, я понял. Он говорит дальше по списку. Так, правильно? Так, я кажу пиписку, да. Я понял. Замечательно. А, подождите секундочку. Виталий Владимирович, да. Давайте теперь к вам перейдем. Какое блюдо вы будете готовить? Кильку в томате. Угу. Что вам для этого понадобится? Килька в томате и консервный нож. Как бы вам это объяснить, Виталий Владимирович? Килька в томате – это уже готовое блюдо. Давайте что-нибудь другое. Хорошо, давайте. Тогда селедку под шубой. Угу. Только не говорите, что вы сейчас рыбу будете в меховую шубу заворачивать. Послушайте, это старая шутка, угомонитесь. Ну да, извините. Значит, нам понадобится селедка, картофель, угу. Буряк или свекла. Тут на выбор. Понимаю. Значит, лук, морковь и майонез. По-моему, все. Угу. А еще для приготовления нужны яйца. Я не согласен. Женщина тоже может приготовить это блюдо. Нет, яйца нужны для украшения. Сомнительное украшение для женщины? Ну ладно. Вы меня неправильно поняли, Виталий Владимирович. Послушайте, хватит морочить мне голову, она и так болит. На погоду? Не, крепатура. Вчера в «Что, где, когда» играл. Виталий, по-моему, вы сейчас нам начинаете морочить голову.
Просто назовите блюдо, которое вы умеете готовить. Хорошо. Я приготовлю свое коронное блюдо. Но не скажу, какое это сюрприз. Угу. Ну, хотя бы ингредиенты вы назовете? Ну, хорошо, ингредиенты назову. Значит так. Соль. Так. Вода. Угу. И пачка пельменей. А я думал, я не догадаюсь. Это ваше коронное блюдо, да? Yeah, хорошо, если вам не нравится, я могу приготовить другое блюдо. Давайте другое. Да, из каранины и банины. Из чего? А, из баранины и конины. Mm-hmm. Как называется? Называется биштуркан. Что, простите? Биштуркан. Что-то не понимаю я сейчас. Я разумею, что каше Виталий, он каше блюдо без бурбе. Что-что? Татарское блюдо без бурбе. Ничего не понимаю. Что он говорит? Да что тут непонятного? Он говорит биштуркан. Без бурбе, без бурбе. Слушайте, я вас обоих не понимаю уже. Виталий, давайте так, давайте вы начнете готовить свое замечательное блюдо. Хорошо. Я прошу пробачення. Что такое, Андрей? Мне здається, в студии дуже пахне вазом. Чем пахнет? Мені погано, я кажу, пахне вазом. Он говорит, что пахнет газом. Вазом. А, что, правда, что ли? А у меня просто насморк, я не слышу, извините. Пахнет, пахнет, это я включил. Не... Потерпите, еще 20 минут осталось. Вы что, с ума сошли? Зачем вы включили газ? А у меня в рецепте написано, поставьте кастрюлю на газ на 20 минут. Кто вас учил готовить? Голод. Голод. Так, Андрей Владимирович, так. Вы в порядке? Я добрый. Давайте вернемся к вашему замечательному салату. Давайте. Итак, какие так. Ингредиенты еще вам нужны? Все. Основные ингредиенты – это лук и кабачки. А будьте здоровы. Я не спал. А, лук и цукини. Лук и бикини? Не-не-не, лук и кальсоны. Лук и кальсоны? Хрен с ним, просто лук. Лук. Так. Хорошо, что делаем с луком? Дальше просто. Берем луковицу и порви. Кличко. Не-не-не. Виталий, я кажу, берем лук и порви, порви. Кличко, кличко. Хрен с ним. Что делаем с луком? Хрен с ним. Просто берем луковицу так. И кидаем в кастрюлю. А лук бросаем в кастрюлю. Так, так, так. Так. Дальше что? А дальше треба трохи попросить. Угу. О чем попросить? Не попросить, а попросить. Я понял, о чем? Я кажу попросить, попросить. Что он говорит? Он говорит поперчить, поперчить. Какой, Виталий? То есть получается салат чистокол. Это целая дважды перченая луковица. Не, але далі буде легше. Что? Он говорит, что дальше будет легче. Угу, ну. А далі ми берем стебельок сельдерею. Что? Наверное, он имел в виду, что еще дальше будет легче. Хрен с ним, сало с чесноком, це дважды перчена луковица. Замечательно. Ось. С этим мы определились? Прекрасно. Виталий Владимирович, да. Вернемся к вашему блюду. Да. Тем более, что я вижу, что вот этот вот большой ком из мяса и теста уже всплывает. Да. Значит, у меня написано в рецепте, добавьте соль по вкусу. Так. Но если честно, соль по вкусу мне не нравится. Не нравится. Поэтому добавляем сахар и 2 чайные ложки. Раз, два. Это десерт? Андрей Владимирович. Так. Какой десерт будете готовить вы? На десерт я пропоную смаколик из Їдальні Верховної Ради. Це сісьє молоко. Какое? Сісьє. А он спрашивает, какое, а не откуда. Виталий, я кажу, сісьє, сісьє молоко, сісьє. Вот чудак-человек, ну. В любое молоко оттуда. Он спрашивает, какое конкретно? Коровье, козье, кокосовое. А, не, подождите, кокосовое молоко, оно же вроде не сисье.
Віталій, ви мене не розумієте. Я кажу, сіся, сіся, ну січка. Сірі, сірі, ку-ку-ку-ку. Ну смак дитинства. Що-то ви совсем глубоке дитинство вспомнили. Інтересно, Віталій, а який вкус дитинства у вас? Ногті. Ногті. Андрій Владимирович, так. Давайте лучше с вами продолжим. Давайте, продолжим. Итак, какое ваше любимое мясное блюдо? Мясное? Мясное. Це дуже просто, але на вкус супер. Да. Це антикот. Что? Антикот? Антикот. Это собака, что ли? Не-не, Виталий, антикот. Мышка? Антикот. А, господи, я кажется, понял. Это антрикот. Антикот, антикот, Виталий, вы что? Фух, замечательно. Так, что дальше там с антрикотом этим вашим? С антикотом? Антикот один не те. Більш за всього йому пасують єбочки. Хто? Якби ви знали, як я йоблю єбочки, розказу. Я беру велику корзину, беру острий ніж і іду у ліс. Но. Іду, бачу на галявинці маленькі ослята. Я беру ніж і починаю різати ослят. Извините, что он сейчас делает? По-моему, он режет маленьких ослят. Ага. Потом поднимаю голову, дивлюсь, под березою стоит великий гусь. Я беру ниш и режу гуся. А сейчас что он делает? Сейчас режет гуся. Ага. Потом поднимаю голову, тю, и сиськи. Беру и начинаю резать и сисек. Ну, вы, наверное, уже догадались. По-моему, он и лисичек оприходовал, маньячело. Але коли нема ні узя, ні сисек, я просто збираю апійони. Что-что? А на французский перешел, я не понимаю. Ну, ці всі гриби – це таке. Більш за все, я люблю бій і їби. Чего? Говорит... Бей и насилуй. Это девиз дома Порубьев. Как в «Играх престолов», знаете? Так что, если на ебочки, то до меня. Я это прекрасно понял, Андрей Владимирович. Пробачте, звонить телефон. Жена вам звонит. Пане ведущий, у мене дуже брудні руки. Нажміть гучномовець. А, пожалуйста. Угу. Алло, це хто? Алло, Любий, привіт. О, Любий, мала... ти коли будеш вдома? Привіт. Я сьогодні трохи затримуюсь, я на передачі готую. О, я зрозуміла. Що тобі приготувати на вечер? Мала, приготуй моє улюблене блюдо. Добре, я приготую тобі салат, частоко. Дякую, все, папа. Я хотіла ще малому трубку дати. Синочок, синочок, з батько, йди поговорити, будь-яки. Давай, малого, привіт, малий, що там в школі? Батьку, привіт. Здоров. Привіт, батьку, як діла? Та все а добре. Сьогодні ми в школі, малюці, 12 балів по малюванню. Та ти що? Я тобі пишаюсь, малий, молодець. Дуже дякую, принеси мені їбочки, пана. Конечно, конечно. Давай, обошлю, це сьомаю, пока. Пробачте, давайте продовжимо. Можемо продовжати, да. А що я скажу? Вот этот ваш антрикот с грибочками. Так. А, да, слишком сложное блюдо. Давайте что-то попроще. Попроще? Да. Добре. Саме просте. Да. Я дуже смачно готую уебяку. Что? Это отбивная. Не-не, Виталий, уебяку. Уебяку с капустой. Ну, правильно, отбивная с капустой. Подождите, сейчас разберемся. Андрей Владимирович. Так, все. Скажите, какая первая буква? Эхр. Вы хотя бы намекните, это гласная или согласная? Что тут непонятного? Я кажу, литера эхр. Ну, Оля. Оля. Не Оля, а Оля, Оля. Толя? Не Толя, я кажу Эхер, Оля, Николай. А, Николай. Звісно. А первая буква Н. Так.
Это что получается? Ну и бяка с капустой. Типа хрень невкусная какая-то. Так зачем вы ее предлагаете тогда? Подождите, я, кажется, понял. Это кулебяка с капустой. Так, да? А я что кажу? Я кажу, уебяка с капустой. Я понял. Все, прекрасно, разобрались. Вывело меня из себя то. Кулебяку с капустой. Да, готую уебяку с капустой. Да. И зараз я буду переть. Ни хрена себе анонс. Что вы будете делать? Я буду переть капустой. А он еще и капустой это будет делать. А, господи, он будет тереть капусту, правильно? Да, я буду тереть капусту. Да, замечательно, да. Что дальше? А что дальше? Дальше хочу, есть такая у меня пропозиция. Перед тем, как мы скуштуем все наши вкусные блюда, тем нам по 50. Пане ведущий, вы не бажаете по 50? Да нет, как-то. Добре, Виталий, вы не бажаете по 50? Я перед программой успел. А за компанию зі мною попісять. Ну хорошо, за компанию пойдемте. Чу. Навіщо і ти? Я пропоную тут за столом попісять. Ну хорошо, давайте за столом. Спасибо, будь ласка. Я боюсь, фляжка маленькая. Все не влезет. Отпейте еще немного. Будь ласка. И, дорогие друзья, наша программа заканчивается, и мне становится страшно. Чому? Дело в том, что в конце программы мы обычно пробуем то, что приготовили наши участники. И если тертую луковицу, дважды перченую, или уебяку с капустой я еще попробовать смогу, то вот этот вот магический ком из пельменей я есть боюсь. Очень даже зря. Аппетитно выглядит, между прочим. Даже слюнки текут. Тем более, что с него текут какие-то слюнки. До новых встреч в эфире. Гарный мяч. Лови. Оп. А ну давай. Оп.